А вот бывший премьер убежден в успешности своей работы. Арсений Яценюк дал неоднозначное интервью для BBC. В 20-минутной программе «Hot Talk» Яценюк, в частности, рассказал ведущему Стивену Сакуру о своем состоянии в миллион долларов и выразил убеждение, что его правительству удалось достичь многого. У вас было 3 года, чтобы что-то изменить, и все вы вместе полностью провалили решение этих проблем. Мы подняли налоги, тем самым мы пошатнули позиции украинских олигархов. Мы многого достигли. Вы действительно в это верите? Да. Потому что украинский народ нет. Украинский народ выразил вам доверие только в 2% и видят в вас не столько решение проблемы, сколько часть самой проблемы.